Здарова, громаяк, с вами Джейсон, канал True Money Games. Продолжаем прохождение Wolfenstein The Colossus. Я освободил только что молот Евы. И нужно, наверное, выбираться каким-то образом отсюда, отвоевывать обратно себе этот чудесный, замечательный кораблик. Пока-пока. Нахрен. Нахрен. А ты гранату, что ли, не знаю. Где там? Все, что ли? Был такой большой и страшный, а сгорел так совсем не страшный получился. С корочкой. Как я люблю. Лазер Гевер. А он что может? Че он может? Он тяжелый, как сволочь, на самом деле. Прикольно так-то. О как! Нифига какая штука! Да, вообще четко сделано. Уничтожай солдат, укрытие. Блин, вообще вещь. Хотел бы я такой себе. А вы знаете, так в бытовом обиходе. Я так понимаю, можно эту штуку можно как-то уронить, что ли? Это какой в этом смысл, да? А то сейчас надо открывать здесь проходы в себе, да, и все, и пипец, что я потом буду делать с ним? Ну ладно, вроде пока куда-то выдвигаемся. Там уже не здорово, так я вам скажу. Здесь офицер. И мы, конечно, сходим полакомимся. Да где? Где? Какой же паларм? Бля, он там наверху ходит так-то. Ты где? Солнышко, стой. Не уходи. Ух ты. Мне как-то гранаты резко закончились. Ух ты, еще один. Один патрон остался. Что я могу сделать им? Я могу сделать... У меня есть тут такая штука. Здорово, мужики! Не попал. Ну еще лучше линять, конечно, отступнуть нахрен. А, кстати, у того-то я не забрал. Где он? Я же вот тут где-то гасил, вот прям вот буквально здесь. Убивать офицеров и не забирать код Энигмы, это может быть, ну, плачевно кончится для нас всех. Уа! Все? Да ладно. Ладно, прожгу тебе в жопе тогда еще одну дырку. Какие проблемы-то? Никаких проблем не вижу абсолютно. Там бронь. Управление непривычно, знаете, переназначил. Вообще переустановил игру, сохранение и куда-то слетели. Вот это мне прям больше всего понравилось.
как будто и не играл вовсе. Ух ты! Какая-то жесть. Нет, тебе-то хорошо, ты взял свой бластер и начал сжечь. Люто и беспощадно. А я-то что должен делать? Мне-то больно. Да не надо за мной бегать, боже ж ты мой. Я так понимаю, конечно, надо со спины атаковать. Охренеть, взял аптечку. Ты как хочешь, я пойду. Стрелять умеешь? Да, сэр. Так стреляй же! Ну давай, делай что-нибудь. Пи-пи-пи, убил. Ух ты, красавца. Я вам помогу даже. Сигру, подготовь капсулу. Ласку, надо валить отсюда нахер. Я согласен. Кто, блин, разве скажет он как что-нибудь? Нам пора. Иду, иду. Всегда делай то, что нужно. Вперед. Больно, черт возьми. Да не трясись ты так. Хочешь, дам что-нибудь от боли? Не-не-не. Работай дальше. Так, слушай, у Кэролайн был план. Да, освобождение Соединенных Штатов Америки. Кэролайн хотела освободить США и сделать их плацдармом для спасения мира. И мы хоть устремся, но поступим так. За Кэролайн! Твою мать, Макс, не помогай! Почему на борту нацистка? Потому что без этой нацистки мы бы все сдохли. Мы обязаны, убивать ее нельзя. Если она нас не дурит, конечно. Ты нас не дуришь? Нет, сэр. Унд, я не нацистка. Уже нет. Ладно, так. Кэролайн установила радиосвязь с отрядом американских повстанцев в Нью-Йорке. Единственный способ исполнить план Кэролайн — наладить контакт с группами сопротивления США и поднять людей на борьбу. Это бомбы! Гребаная жопа дьявола! Это еще что? Держись, 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 дружок. Слышу удары о поверхность! Много ударов! Сраная фрау Энгель! Кто знает, каким хером она нас нашла? Ну, говори! Кто-то на вашей подлодке передает ей координаты. О, усраться можно! На Аусмерцер приходит послание от кого-то с вашей подлодки. Так мы вас и нашли. От кого? Азегев. Что за хель? Вот он, отсек F. Нет никакого отсека F. Эти карты не верны. Мы искали, там даже двери нет. А что если есть? Что если там кто-то прячется и передает сигнал, а? Вы разберитесь. А мне придется прилечь. Кедова, пошли. Похоже, здесь.
здесь. Сдвиньте шкаф. С ума сойти. Что там видно? Заварено с той стороны. Энгели, вот! Держи! Оцени! Фергюс предложил мне пару идей. Я покумекал и воплотил их в жизнь. Спасибо. Скучал по нему. Я открою, когда ты закончишь, здоровяк! И кто же там у нас спрятался? Лазеркрафтверк. То есть он делает, наверное, просто пиу-пиу. Найди передатчик и отключи его. Иначе бомбы пробьют нам обшивку. Мы совершили ошибку. На плане палубы отсек F кажется крохотной прачечной. Мы пытались найти его, когда прочесывали подлодку после того, как ты ее захватил. Но не заметили входную дверь. У нас тогда была куча других хлопот, поэтому мы искали ее не слишком внимательно. Но не а это... теперь я вновь изучила схему и обнаружила ссылку на совсем другой документ. Инженерную карту от СКФ. Я свяжусь с тобой, как только ее найду. Я даже слышу немецкую речь. Нифига вы тут это развлекаетесь-то. Козлы. Заныкались на моем корабле, значит. Не стыдно, корабельные крысы. Seinetwegen haben wir uns hier verschanzt und die Tür getrennt. Johann! Was ist das? Hier ist es! Beschütze Kommandant Fischer! Ja, Bruder! А кто кричит-то? Они все сдохли. Так-то, если что, на секундочку. Я вроде вас всех прикончил. Опять там двое. Ха-ха-ха. А это весело. Вот и посмотрим всю полноту красок убийств. Пишем на режиме. Здесь что-то сломалось. Ой. Надеюсь, никто не слышал. Как бы мне так быстро переключиться на вот эту пушку? Нет? Странно. Это тоже не работает. Уильям, я нашла инженерную карту. Все, что работает, а подсвечивается красненьким. Склад ядерных боеголовок. О боже. Отсек F вытянут вдоль всего корпуса подлодки. Она самая крупная в мире. Так что он поистине гигантский. Судя по огромному объему, часть отсека наверняка служит главной балластной цистерной. Будь осторожен, Уильям. Мы не знаем, сколько нацистов там спряталось. Да, пипец, я так понимаю. Где мы не заметили отсек, да? Не смогли его найти, но он, оказывается, занимает там половину нашей лодки, подлодки. Это же охренеть. Такая незначительная. Не доглядели буквально чуть-чуть. Я с них балдею. И что у нас? Бля, вот обидно, конечно, собираешь аптечки себе много-много-много, и при этом...
При этом... Кому-то здесь расшибло голову. При этом у тебя ХП все равно автоматически уменьшается до 50, потому что играем мы на сложном уровне сложности. Обидно, черт побери. Прям сейчас скример был. Ну, Бласкевец отряхнулся и пошел дальше. Если ты не тонешь, солдат. Уильям, тут даже офицер сидят есть. Там безвылазно с тех пор, как ты захватил подлодку. То есть 5 месяцев. Ими явно движут голод и отчаяние. Береги себя, милый. Я тебя услышал. Голод и отчаяние, можешь не продолжать. У них тут, блин, арсенал, аптечки. Че у них, блин, только тут нет. О, вижу офицера. А над ним стоит второй офицер. Как это все интересно. Блин, можно, конечно, снять обоих, но все равно стреляться придется. Куда ты? Куда ты? Больно. Энигму я забрал, нет? Спокойно, идем наверх. Хватит аларму выкрикивать свою. Ну вот и все. С офицерами покончено. Остались у нас одни не офицеры. Уильям, я узнала кое-что о складе ядерных боеголовок в отсеке F. Судя по инженерной карте, счет боеголовок идет на десятки. Будем надеяться, нацисты не нахимичили с ними. Так, мне интересует, вы знаете, что меня интересует. Меня обычно интересуют карты. Я так понимаю, карты я с них забрал. Энигма. У тебя голова-то треснула, да? Есть, я тоже забрал. Ну и хорошо. Так, здесь он даст броник. Еще немножко патронов. Еще 50. Нормально. Так, здесь кто-то писал что-то. Так, вопрос. Куда нам теперь с вами дальше выдвигаться? Прыгнул, так прыгнул. Так, еще. Здесь у нас и так максимум. Карты у меня нет. Потому что, я так понимаю, ее надо подбирать. Наверное, куда-то на верхние этажи. Особо здесь не разгуляешься. Ничего нет. Ну, кое-что здесь есть. Где мой дезинтегратор? Или это просто проход такой беспалевный, да, беспалевный проход. Можно было обойти, не причиняя никому вреда, я так понимаю. Но это не про нас. Опять же. Эх, 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 куда нас только не заносит. Где этот урод? Я не могу здесь залезть. Две сотни брони. Жалко, нет, знаете, этого
Глушитель. Привет. Я честно думал, он меня прям не заметит. Ты где там? А куда он делся? Ну что за хрень? Я около нацистской рубки. Надо попасть внутрь. Ты что, там закрылся, что ли? Ой, боже ж ты мой. Наивный такой парень. Но одна карточка осталась. Здорово. Так, патронов до жопы. Прям реально много. Это вы все время мне здесь передавали информацию, да? Я думаю, если я тебе кину гранату сюда, ты не обидишься. А у смерти скоро потеряет наш след. Обращайся. Возвращайся в раздевалку. Бомба-то тебя оттуда выпустит. Старайся изо всех сил. Ауч! Маленькая дрянь. Я так понимаю, он знает этот корабль лучше, чем я. Прикольно. А особо, конечно, не дали попутешествовать. Хе-хе-хей! Я все сделал, выпускай меня. Молодец, Бласковец. Идем. Все уже собрались. Пришлось пройти. Все сгинуло за секунду. Как вода. Будто и не было вовсе. Милый. Не хочу тебя торопить, но ты все-таки зайди в мастерскую к Сету. Пускай он тебя осмотрит. Меня беспокоит твое здоровье. А я пойду поем, пока не упала. Но он знает, и я знаю. Меня уже не вылечить. Ну что ж ты так этот... Пессимистично, Бласкович, давай соберись. В конце концов, потеря кишок — это еще не самое страшное, что могло с тобой случиться. Ну, Макс, пора. Че? Макс Хас. Эй, Макс, ну что ты загрустил? Знаю, тебе нравится Поросяша. Роза. Ну так уж в мире устроено. Свинки умирают, чтобы люди могли поесть. Макс Хас! И нам нечем ее кормить. Есть только еда для людей. Нет, для свинок. Макс Хас! Макс Хас! Макс Хас! Ладно, Макс, ну, ладно, Макс! Ладно, все. А он не психует что-то. Пока не будем есть свинку. И брось уже хмуриться. Эй, брат, помни, мы хозяева своего счастья, Макс. Ты согласен? Улыбайся. Эй! А он бы улыбался, если бы у него не была такая, не было такой вмятины в башке. Макс обожает карандаши. Тут
Зачем забрал его открытку? Бласковец, оставь ее в покое. Оставь ее на месте. Белишка тут сушится. У нас отличный дом, Карлайн. Ты всегда поступал правильно. Здесь мы делаем патроны. А здесь мы что делаем? Даже не верится, что Карлайн нет. Кто теперь нас возглавит? Может, сердитый шотландец. Но это временный лидер. Пока не найдем кого-то подходящего. Откуда я знаю? Я не из ближнего окружения. Нио-дио. Как ваша голова, мистер Стаббинс? Когда как, Ирина. Когда принимаю таблетки, она просто страшна. Почему мистер Стаббинс? Такой бардак. Не знаю, дружище. Небось, у него есть дела поважнее уборки. Эй, вы, долбоклюи! Может, еще где-нибудь поболтаете, а я здесь, мать вашу, посплю. Простите, подполковник, мы закончим здесь позже. Бедный подполковник. Когда... Нет! Это что за тварь? Это не тварь, Шимшин, это не тварь. Это туловище беличьей обезьяны и голова моей любимой сиамской кошки Шашаны. Глянь на нее, Шимшин тебя не обидит, он хороший ингель. Я нашел Шашану в реакторном отсеке подлодки. Она охотилась на крыс. Через несколько месяцев, когда она умирала от рака желудка, я увидал в Белизе практически безмозглую обезьяну, жевавшую детонатор. Сделай одолжение, Бласковец, опусти топор. А то я как-то нервничаю. Это не просто мой любимый питомец. Это, скорее всего, мое самое главное научное достижение в жизни. Да, да у нас главное. Голодное? Съешь рыбки. Видишь ли, чтобы провести межвидовую трансплантацию головы, нужно а. совместить спинные хребты. Она в порядке. Б. Свести воедино две трудносовместимых биосистемы, дыхательную и кровеносную. Ну и... Так, я понял. Давай теперь без этой тарабарщины. А, что это я? Как старая качка. Хотя был такой день, а я... Прости. Посмотрим. Может, дать тебе снотворное, Ингели? Нет, лучше. Найди мне дело. Тебе нужна отдушина. Понимаю тебя, понимаю. Все люди горюют по-разному. Но я нашел тебе идеальную отдушину, Ингели. Пару дней назад Аня попросила меня соорудить тир для бойцов на борту. Он почти готов, но... Эксперимента ради я сделал мишень из старого немецкого беспилотника, как вдруг эта феркакте-машина стала Мишугиной, как Гитлер, и напала на меня. Короче, пришлось ее запереть. Будь другом. Сходи и уничтожь беспилотник. И заодно опробуешь мой тир и поделишься впечатлениями. Потом приходи, расскажешь, что думаешь. Вступай, Ингели. Хорошо, я посмотрю. Ну что ж, буду признателен. Далеко ты там? Шутинг рейдж-то устроил. Убить беспилотника? Беспилотник? Ух ты ж, ё! Ты где? Хочешь, чтоб я за тобой побегал, да? Солнышко, стой! Зачем он так со мной? Нормально же общались. Ну, когда мы встретимся, я думаю, что встречу тебя просто с распростертыми объятиями. Патронов полно, давай, спускаюсь за тобой. Слышу, как ты делаешь зу. В смысле ты спрятался? Куда он делся, блин? Что за дичь? Чувак, я бы за тобой пошел, но... С это нужно быть осторожнее с опытами.
Привет, мужик, а чё так темно? Вы серьезно? Вы хотите, чтобы я этим занимался? Собака большой, страшный. Мазафак. Ну, я так понимаю, надо было активировать, наверное, счетчик, а потом уже бежать тут и делать тра-та-та-тра-та-та. Ну, так хотя бы посмотрим одним глазком, что здесь для нас приготовил сет. Все, посмотрел, беспилотник был уничтожен. Умри. Закрыто, черт побери. И не выпускают нас отсюда, я вам так скажу. Так понимаю, чтобы начать, нужно нажать. С ума сойти. Оно же ездит. Не вижу ни хрена, честно. Где там? Далеко-далеко где-то. Блин, что, 20 секунд еще стрелять? Утомительно, скучно, фу-фу-фу. Надо, наверное, 500 набрать, чтобы было хорошо. Что скажешь? Ничего не скажешь? Громкая заявка. Дали ачивмент. Я прям счастлив. Так, вернемся к нашему доктору. Капитан? Шимшин, ты вернулся? Как тебе мой тир? Вот так вот. Отлично. Ты у нас молодцом. Гер Бласковиц. Ваша леди Аня приходила сюда искать вас. О, точно, точно, да. Аня нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Она сейчас в комнате Кэролайн. Я вас понял. Продолжим мы в следующей части. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Всем удачи и пока. Что, Мейдели?